В американском штате Огайо разбился частный самолет. Как выяснилось, на борту лайнера находились 9 человек, все они погибли. По словам властей, самолет должен был приземлиться в небольшом аэропорту города Акрон. Власти, расследующие обстоятельства катастрофы, заявили, что самолет не посылал сигналы бедствия. Также представители Национального совета по безопасности транспорта послали в лабораторию голосовой рекордер с кабины рухнувшего самолета. Напомню, лайнер врезался в жилой дом и загорелся. В момент катастрофы в здании никого не было.